Все добро. Ну и что, нашелся. Игнатий Иванович, а что вы делаете тут? Как что, печку делаем? Старая печь завалилась. Вот я попросил ребята тут. Паша не делает, он такая. Два Ивана, вот Иван, еще где-то один Иван. Вон он, вон. Ваня, ты куда убежал тут? Сегодня у нас первый день, сейчас я иду. У меня день ангела как раз. Ну вот, приехали в лагерь ребятишки. А печь, вы сказали, Ивана, вот она где-то, посмотри. Ага. Вот она так. Почему? Потому что все еще в трубы туда. Подмыло фундамент по пище, и она наклонилась, разошлась, и вот сел. Вот он, вот. А ты еще держишься. Ну ничего, мы будем пищем. Вот этот вот можно было бы не трогать. Его неудобно поставить. Сейчас мы будем дальше. Вот я раскопал. Забрал. Они, ребята, попадают хорошо. Крапива, видишь, под ногами крапива. Ну там жердину сломали. Посмотри, пожалуйста, вот эту лепку. А нет, все, мы тут пищу. Видишь, так разваливаем. Пошел. Да. Так, ребята, целый к целому кирпичу. А где упорный, а где упорный? Они это все уже знают. Давай. В других лагерях, а там... Белый сюда. Вот сейчас мы его все разобрали, старую печь. Я принес кружало, вот они лежат под ногами. Убирай вам кирпич, там белый кирпич. У нас специалист по городкам Ваня Дроба. А? Специалист по городкам Ваня Дроба. Ваня потом расскажет. Сейчас методом. Ну. Все у меня есть. Ладно. Это не делать, я поехал за этим, за мастерком. И, ну, значит, сейчас двинут песок там по 10 июня 2015 года. Это Игнатий Иванович Лапкин с детьми вместе тут в лагере делает, ремонтирует русскую печь. Здесь мы в ней хлеб стряпаем. Вот он пойдет. Туда надо какой-то клинышек. Сейчас давай здесь, с этой стороны. Видишь, да? Вон как. Это русская печь. Провалилась. А почему? Потому что не закрыта была, она нагреется, а потом дождь. Ну, а она раскаленная. И вдруг дождь, гроза, и она, видишь, все, вообще превратилась. Все, разродилась. Вот сейчас кружало делают. А я все время думал, как вы эти кирпичи наклонно делаете. Оказывается, а вот вон. Это всегда так делают. Кружало. Видишь? Не раствор тоже будет. Давайте.
Держите. Так. Давай, кирпич. Руки назад никогда не делай. Ты все время считай руки назад. Убери руку сзади. У тебя руки должны быть две впереди, руки парень. А вот все время раз, руки назад. Город, видишь? Из города приехал первый день сегодня. Зовут Ваня. Парня этого, учись. Чтобы руки у него впереди были. А он вот так вот все время стоит. На молитве хоть где. То есть он уже паразитом растет. Он ничего не умеет делать. Какое? А здесь он научится. Если он пожелает. Руки назад держать. Я этого не видал даже еще. Давай. Я уже третий раз замечание сделал. Он мне, потому что это уже формировавшийся характер. Здесь все, родители, раз, что? Не а можно это... Что у него руки сзади растут. Домик. Какой домик? Ну как его называют? В келью? Девчонка стоит сзади, она келью? Думает, да. Ага. Зачем? Руки сзади, ничего у него не будет. Нет, туда не будет. Голодом будут. Нет. Она уже за такого не пойдет. А зачем идти-то за него? Муку такую терпеть. Вот, теперь мне надо огнеупорный отколоть. Ну где его тут такой возьмешь? Обломышек-то есть какой-то? Сейчас сделаем из огнеупорного, она уже не рассыпется, даже если протечет вода. А вот, вот кусочек, вот, вот, подай вот это. Игнатий Ильич, вот он. Ну это, конечно, плоховато. Печник – это очень востребованная работа. Я 40 лет вложил в печи, 40 лет. Одному делаешь, 2-3 человека в очередь стоят. Почему? Я в день делал две печи, а с фундамента до этого. Ну, конечно, помощи хозяев. А другие они придут, они пьют, там неделю-две сидят. Хозяин не знает, как от них избавиться. Затопит, она не горит. И не топит, как носит. Что, ты замешал уже, да? Да. Сейчас. Вот это слишком жидковатый. Чуть-чуть погуще. Ну. Это говорит, распорили как-то плотник и друг на друга поразили. Ну а плотник-то что, делает где? Дыран мох туда. А нет, клинышком, он говорит, ты работник-то какой? Кабы не клинышек, да не мог, ты бы с голоду подох. Сказал тоже, а у тебя-то еще мажешь и мажешь. Кабы у тебя не глина, да не говно, так ты подох бы давно. Тебя бы никто не подла. Вот такая побосенка. Тут нужно поменьше клини. Вот оно так. О! Так. Видишь, что делается? Это неупорный. Вообще. Там ниже, а здесь выше. Почему? Огонь поднимается кверху. И весь жар будет сзади. Вот тут не нами уже придумано. Давай еще. О! Какой кирпич мощный в воде. Может поднести его. Вот. Блин, это соединяется. А Ваня, на эту не навалилась, она и так еле-еле держится. Труба. Посмотрим, кто у нас чем еще дальше занимается. Так, кто у нас чем занимается. Один распорядок дня смотрит. Осенний. Качается. О, качается нас. Давай. Давай.
ничего, надо вместе. Нет, так сильно не надо. Вместе. Не, мы по-другому знаем. Убирайте. Качели пока не надо. Мы уже одну уронили. А? Можно вас? Одна тихонь, что нам за угол поедем, а чего мы не едем? Ну видишь, печку начали делать. Нет, а так мы сегодня не поедем? Ну, видимо, да. Ваня Дроба занимается, коротки играет. Это у нас профессионал тоже. В городках сколько фигур? 10, по-моему. 10, да? А ты уже сколько разбил сейчас? Да пока еще одну. Одну, да? Что не до конца? Угу. Ну, слава богу. Вот Никита, вот брат с Украины, приехал. Вот. Вместе тут. Что ты там добавляешь-то, глину, песок, да? Да. Бетономешалка работает. Только без электричества. На хлебе, на супе. Вот. А тут сестра нам приходила, Людмила Нищук, насадила цветочки красивенькие, клумбы. Вот и стол. Аллилуйя.